Каждый нижегородец может принять участие в публичных слушаниях по проекту бюджета Нижнего Новгорода на 2021 год. Доходы и расходы бюджета в следующем году вырастут на 15%. И эксперты называют бюджет следующего года бюджетом развития. Из-за пандемии публичные слушания будут проходить в режиме онлайн. Проект бюджет на 2021 год размещен на сайте администрации, а также на портале «Открытый бюджет Нижнего Новгорода». 3 декабря состоятся публичные слушания. Зарегистрироваться для участия в публичных слушаниях в формате видеоконференц-связи можно также на сайте «Открытый бюджет Нижнего Новгорода».